Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Майнкрафтер Демастер, и сегодня вместе, дорогие друзья, мы продолжаем играть в моем проекте Crystalix. В общем-то, пару дней назад мы запустили новый мини-режим Skywars, ну как новый, легендарный режим, у нас просто его не было до сих пор, и вот, теперь наконец-то он у нас появился. Сейчас, час ночи, я подумал, почему бы не записать утренний Crystalix на сегодня, поэтому погнали в одиночный режим, сыграем, у нас здесь пока одиночный командный, других режимов нет, здесь у нас карты с второго Crystalix и с третьего есть, поэтому если вы олды, которые играли на втором Crystalix, вам будет интересно порубиться на старых картах и вспомнить былое. Кстати, вот эта карта вроде как со второго Crystalix, да, я ее помню. Вот эти вот штучки, вот эти вот колбочки, да-да-да, это со второй кресты карта, но есть карты из третьего, с третьего Crystalix. Можете, в принципе, зайти, попробовать поискать, тут и поезд есть, короче, ну, и другие тоже карты прикольные здесь есть. Так, на начало игры у нас 9 секунд, я думаю, еще много прикольных карт мы с нашей командой билдеров построим. Вот, даже в час ночи, смотрите, набираются игры, это хорошо, а то я переживал, что сейчас зайду поиграть, а карточки-то не будут у нас сами собирать. Кстати, у меня, в принципе, неплохой лут, уже можно строиться. Ну, хотя там мне какой-то чувак, он там мониторит с другого острова, не захочет ли он меня слить случайно. Что такое-то, блок не ставился, так, перепрыгиваем, хорошо, мы уже здесь, у нас сами топор, можно просто ломать сундуки, забирая с них лут. Ага, тут я никак не перепрыгнул, у меня есть доски, можно сейчас по-быстрому, хотя там внизу тоже есть сундуки, лол, я про это совсем забыл. Так, и на центр, быстрее всех нужно найти какое-то нормальное оружие, что-то нормально найти, топор какой-то есть новый, хорошо, наверху есть сундуки, интересно. На этой карте мало играл, эндерперлы, кирки, лава, это все не то, что мне было нужно, дорогие друзья. Так, знаете, что мы сейчас сделаем? Сделаем по-хитрому, сейчас чуваки пусть дерутся. Чувак залагал, кажется, я его убью топором, хорошо. Вовремя он залагал, вам так скажу, чуваки, вовремя. Так, давай, парень, давай подеремся. О, у меня меч на поджигание, кажется, еще минус один, хорошо, уже минус два игрока. Алмазный шлем, еще один меч на старту, у меня острота и заговор два. Также есть лук, тут на меня напал, чертов инвентарь, потерял свой инвентарь немножечко. Давай, 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 парень, давай. Опа, хорошо, раскидал его, теперь нужно куда-то уходить срочно. Давайте вот сюда вот уйдем, потому что не очень хочется сейчас умирать. Стрелы я, интересно, брал, да, стрелы у меня есть огнестойкость, я ее сразу регенерацию сейчас выпью, наверное, потому что там у чувака, кажется, тоже есть эндерпер. Не хотелось бы ему проиграть. Так, а этот сундук что, никто не залутал? Тут тентишки, ладно, мне они, в принципе, не нужны. Какой-то чел бежит, давайте-ка мы обратно на центр. Там потому что есть какой-то парень, который хочет драться. Нифига, он на меня отравление кинул. Слышь, парень, зачем ты меня так жестко-то ненавидишь? На, получи. Тут еще один какой-то чувак за мной бежит. Сейчас я зелье стремительности на себя бафну. У него тоже меч на поджигание, но у меня огнестойкость выпита. Давай, 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 чувак. К сожалению, он меня убивает. Ну, блин, первая катка за долгое время в Skywars. Ну, первая. Я пару тестовых сыграл перед этим. Но 4 убийства сделал. В последнем что-то не повезло. Прицел у меня сбит, чувак, и немного не попадал по нему. Еще это отравление другой челки. Надо было вторую регенерацию поставить и просто с эндерперла уйти от регенерации. Что-то я просто вся понадеялся. Думал, сейчас добью его. И последний там где-то в жопе. Ладно, погнали, еще одну каточку сыграем. Так, вот у нас каточка на поезде со второй кресты. Да, поезд тот самый. Как же здесь тяжело до него достроить. Очень большое расстояние. Главное сейчас не падать в самый низ, как это многие делают, а забрать вот эту вот штуку. Хорошо. Так, зачарование мне в целом не нужна. Не думаю, что найду здесь зельки опыта. Хотя, в принципе, я думаю, найти их вполне реально. Так, так, алмазный меч. Зельку скорости, пожалуйста, просто дайте мне зельку скорости. О, да, скорость вторая есть. Сейчас достроюсь до центра по-быстренькому. Правда, броня у меня, конечно же, такая себе. Зельку скорости заюзал и начинаю строиться. Снежки не надо, снежки не надо. Хорошо, снежков вроде не было. Так, 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 поезд через окно залазим, там какой-то чувак, на него пофиг, залутаем это, оп, хороший меч получили мы с вами, бафаем регенку, идем драться с тем чуваком. Здорово, парень, как дела, как жизнь, у меня тут хороший меч появился, поэтому не думаю, что ты выживешь. Все, до свидания, братик, до свидания, спасибо за лутецкий, что там у тебя было? Интересно, а меч на остроту, алмазные ботинки можно взять, ну и, к сожалению, грудака никакого не было. Так, ладно, выйдем здесь на улицу, здесь точно еще есть два сундука, вот первый, вот второй. Скорость сразу же тоже пробафаем сейчас, вот так вот, хоп, чтобы была у меня. У меня, конечно, еще прошлое не закончилось, но лучше бафнуть еще и эту. Алмазные штаны, все на защиту от какой-то фигни, но в любом случае это лучше, чем ничего. Регенерация сейчас у меня уже закончится. Здесь еще сундучок, лутаем его. Эндерперлы. Чувак, на меня кто-то напал сбоку, еще другой чел стреляет, офигеть. Обстреливает. Ой, хочет мне в спину настрелять. Хочет мне настрелять в спину, но мы сейчас тут перекроем вот так вот. Погори, погори там, погори. Че, куда ты, парень? Че, куда он пошел? Ломает блоки, да, или что делает? Или залезает наверх, понять не могу, что он там делает. Отравил меня собакин, вот собакин, а. Отравил меня, посмотрите на него. Ладно, сделаю вот так. В целом я могу так сделать, сундуки заполнены у нас с вами. Он видел, куда телепортировался или нет? Ладно, просто постоим, подождем, пока яд спадет с меня. Я никого здесь не вижу, потом отрегенимся. Кстати, на нашем Skywars еды нет, мы решили еду убрать из общего рациона, потому что, ну, зачем еда нужна?
Она, это типа лишний элемент геймплея, который, мне кажется, на Skywars, ну, не нужен совсем. Вот это вот жрать, еду там хавать. Это все лишнее. Но регениться, конечно, вы здесь будете долго. Поэтому, блин, где золотые яблочки? Почему они мне не попадаются? Алмазный шлем мне в целом не нужен. У нас осталось 3 игрока, и у одного из них хороший лук. А у меня еще и нечем зарегенерироваться. Вот что плохо. Так, так, что у нас там? Один прилетел ко мне сюда на остров. И это плохо, потому что я не успел зарегениться. Блин, а! Капец, не успел подрегениться. Эх, ну ладно, третье место в любом случае лучше, чем ничего. Ну вот, еще чуть-чуть, понимаете, никакого регенки не было, к сожалению, ни золотых яблок не нашел. Было бы больше хп, я бы этого чувака просто бы добил. Так, новая каточка. Лутец у меня, сразу же скажу, так себе. Знаю то, что у пацанов может фулл маска выпасть. А у меня, ну, пойдет в целом лут. Так, пацаны там уже поднимаются, кстати. Так, пацан достроился, пацан улетел вниз, но он, кстати, не упал. Этот пацан, оп-оп-оп, на, лови. Развлекайся с этим дерьмом. Пусть развлекается. Я того чувака скинул, да того чувака я скинул. Давай, Марк Фокс, что ты не строишься-то? Хочет меня скинуть в эту дыру, но я себя не дам скинуть так просто. Там уже чувак из лука стреляет, поэтому чуваки на центре дерутся. По мне уже начинает из лука стрелять. Это на меня разлил лаву и убил меня. О, не убил меня, попрокоцал меня. Хорошо, я выжил. Сейчас перестану гореть и, наверное, закину сизильку регенерации прямо сейчас. Все, подрегениться, надо подрегениться, не сгореть. Главное, не сгореть сейчас. Давай, регенься, регенься, не сгорай. Да боже мой, как можно так долго гореть? Как же можно так долго гореть? Так, хорошо, все. Все, 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 я жив, беру зельку отравления, и теперь нужно идти на центр. Теперь мне нужно идти на центр. Там уже чувак залутался вовсю. Но я разобрался с двумя чуваками здесь в целом, тоже неплохо. Нас осталось шестеро. Было бы, конечно, неплохо не разбираться с ним. Ой, обкидывает меня уже чем-то. Давай, чел, сверху спрыгивай на него, давай. И вали, вали его, вали. Правильно, вот, давай, давай. А я потом залечу и под крышу. Давайте, деритесь, пацаны, деритесь. Давайте, кто из вас сильнее, кто из вас круче? Ну, давай вот с тобой разберусь пока. Чувак с топором. Все, минус чувак с топором, хорошо. Я с ним разобрался. Я хорош. Этого сейчас отравим. Почему он не отравился, кстати, лол? Он что, типа, без неотравляемый какой-то? Блин, зельку выкинул. Хотел эту зельку выпить. Что там за зелька? Зелька огнестойкости. Блин, плохо, я думал, какая-то регенка. Так, у меня вообще фулл маска. Нет, у меня не фулл маска. Мне нужны штаны еще надеть и шлем, чтобы была фулл маска. Хорошо. Жаль, меча никакого нет. Через 6 секунд этот сундук зарегенится. Я, естественно, его залутаю. 2, 1, 0. Хорошо. Тут ничего интересного нет. Тут алмазные штаны неплохие какие-то есть. Защита от снаряда, чтобы меня из лука не убили. Да что такое за центр? Здесь что за бомжатский центр, чуваки? Реально, просто не центр, а какой-то бомж-центр. Тут просто нифига не выпало после регена сундуков. Только один хлам. Так, тут еще один чел остался. И где-то здесь еще сверху, да, один чел, судя по всему, строится. Не слышу, не слышу. Я слышу, где-то он строится. Да-да-да, сверху, сверху, сверху челик строится. На самом верху сидит. И один чел вон там, нас осталось трое. Нужно как-то их стравить друг на друга, с ними драться не стоит. Поэтому я сейчас иду на полуцентр, посмотрю, что там у них будет происходить. Так, вот так вот здесь застроить, чтобы меня не было видно. О, меня видно, черт. Что ты сюда смотришь, чувак? Иди дерись с другим челом, он заетят, но не дерись. Вот, смотрите, кажется, он меня послушал. Надеюсь, что он действительно меня послушал. Сразу же как-то приятно стало, что чел не хочет идти со мной драться. Я просто тоже не хочу с ним идти драться. Знаете, ведро с водой давайте сюда выставим. И весь этот хлам нужно куда-нибудь выкинуть, потому что вдруг какая-нибудь зелье регенерация войдется. Точно, я же могу вернуться на свои старые острова, и здесь может быть кем-нибудь зелье. Ни черта, ни черта. И... О, отравление, отравление не может пригодиться в ПВП, давайте возьмем. Ох ты, ёмон, ну что ты здесь делаешь-то, парень? Опа, на, лови. А, все, травись там давай, травись, травись. И что, куда побежал? Куда побежал, парень, куда? Я пойду залутаю еще один остров, правильно. Правда, сейчас будет еще одна регенерация сундуков, ух. И он с центра получит что-то интересное. Но он на меня нападает и падает в яму! Изи победа, чуваки, это победка просто. Как он упал в яму, нифига, я 4 убийства сделал, да я прям киллер. Фух, нет, как он под конец просто взял и упал в яму, чуваки, не, ну это было феерично. Короче, дорогие друзья, у нас открылся Skywars на Кристалликсе, да, я в Skywars нубатик, поэтому от меня много роликов по Skywars не ждите. Я, конечно, думаю, еще запишу, если вы поставите много лайков, да, и так далее, видосики, может быть, даже буду побеждать, овладевать, покорять, ну, нубчиков всяких, да. В общем-то, ну, как знаете, я говорю, я в Skywars перестал играть в 16-м году, в 15-м, ну, короче, очень-очень давно, когда режим был на пике своей популярности, еще тогда мне надоело в него играть, я сначала перешел на Bedwars, потом в Bedwars пару лет поиграл, мне тоже надоело. Ну, короче, если хотите больше такого контента, то ставьте лайки свои, да, подписывайтесь на мой канал, и будет вам Skywars. Если хотите сами поиграть, и у вас нет лицухи, чтобы сыграть на SkyPixel, CubeCraft или других серверах, то скачивайте Crystallix, это абсолютно бесплатно, в общем-то, да, у нас тут прикольно. Весело, лампа,
Лапова. Можно поиграть даже ночью. Короче, заходи, играй. Может, встретишь меня, убьешь меня. Чего я еще руками сейчас играю? Последние минут 30, так они это, вон, счастливы. Убивали там меня. Таргетили одно время, там, знаете, по 3 чека на острове. Я только спавнюсь, ко мне уже 3 чувака прыгают. Один с Интерперла аж прилетает с центра, чтобы со мной подраться, понимаете? Вот так вот было, да. Ну, в общем-то, на этом все, дорогие друзья. С вами был Настя, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Жду вас на своем проекте Crystalix. We'll be right back.